Здравствуйте! Сегодня обзор будет на фигурку компании Collecta. Это тилоцин или же сумчатый волк, или же сумчатый тигр, или же тасманийский волк, или же тасманийский тигр. Это истребленное человеком животное, семейство сумчатых, обитавшее на острове Тасмания на момент прибытия туда европейцев. Хотя до этого сумчатые волки населяли территорию как самой Австралии, так и соседней Новой Гвинеи острова. Но вымерли или были истреблены еще до прибытия европейцев. А вот на острове Тасмания они были целенаправленно истреблены из-за того, что, как считалось, они нападают на овец, которых разводили тасманийские фермеры. Сумчатым волком его называют из-за некоторого сходства формы тела, а сумчатым тигром из-за наличия полос на задней части тела. Данная фигурка представляет из себя фигурку самки. Из сумки виден хвост детеныша. Сумка – это особый орган сумчатых млекопитающих, куда впадают протоки молочных желез. Детеныш сумчатых рождается очень недоразвитым, поэтому он перемещается в сумку, где, питаясь молоком матери, и вырастает до того момента, когда он может сам существовать самостоятельно. Ну, достаточно взрослые, но еще детеныши, которые уже могут выходить из сумки, но возвращаются в сумку для того, чтобы подкормиться. Это было плотоядное животное, которое охотилось на других сумчатых. И, как показывают современные исследования, из-за формы челюстей как раз на овец-то охота была бы у них затруднительна. Так что можно сказать, что истребили животные совершенно зазря, как и многие другие. Преступление против животного мира, которое совершило человечество. Спасибо за внимание.